голосу правды, и земле видите с высоты востока. Господи, слава Тебе! Рождество Христово – удивительное время, когда сердце наполняется ожиданием чуда, и это чудо происходит. Христос рождается, славьте, несется над вселенной. Христос с небес встречайте, весь мир воспевает славу Творцу. Дорогие братья и сестры, дорогие мои юные друзья, в этот рождественский вечер мы все вместе собрались, чтобы еще раз вспомнить это событие, еще раз пережить. Можете вы увидеть его под другим углом, увидеть его глазами детей. Потому как все-таки дети праздник Рождества Христова воспринимают по-особенному. Ведь там родился Богомладенец Христос. Он придет сейчас во славе, придет уже судить род человеческий и каждому воздать по делам его. Поэтому все приобретает свой смысл. Смысл трудиться, рожать детей, воспитывать православную веру. Деткам самим проявлять послушание родителям, проявлять послушание педагогам, стремиться стать лучше. Заботиться друг о друге, любить друг друга, стремиться жить так, как заповедал Господь. И вот сегодня мы с вами собрались в этом зале для того, чтобы прославить Спасителя, Богомладенца Христа, родившегося, и еще раз поздравить друг друга с этим важным, ключевым событием этого действительно планетарного масштаба. Бог пришел к человеку. С праздником, с Рождеством Христовым! Дорогие мои земляки, дети, все, кто пришел сюда сегодня на этот замечательный, прекрасный праздник. Я вас искренне всех поздравляю с таким замечательным, светлым, теплым праздником Рождества. Детки, скажите, вам нравится праздник Рождества? Да! Почему так тихо? А ну громче, нравится? Да! Пусть у вас будет исполнение всех ваших желаний. Пусть везде у вас будет мир, добро и согласие. С праздником, с Рождеством! Позвольте также сердечно поздравить вас с праздником, Рождеством Христовым. Пожелать счастья, здоровья и благополучия. Позвольте поблагодарить вас за то, что вы сегодня сюда пришли и привели деток. Поблагодарить вас за то, что вы каждый день трудитесь на благо района, края и Отечества. Это благодаря вашему усилию и усердию город становится краше, город становится уютнее. Благодаря тому, что есть лидер в районе, который сплотил общество и совершает каждый день трудовые подвиги. Позвольте сегодня в этот святой праздник поблагодарить еще раз главу муниципального образования и наградить его за зачим холодным оружием, за его ратный подвиг во славу и благо Отечества. Поблагодарить владыка, вручить наградной знак за веру и службу России.
Вифлеемской пещере было однажды. Рождество Христово в человеческих сердцах совершается постоянно, принося радость, мир и счастье. Так давайте, друзья, дарить друг другу веру, надежду и любовь не только сегодня, но и каждый день. Счастья вам и благополучия! С Рождеством Христовым вас!